Ауажларат пейчкара, жларбжарат пей афонда псны, амилат дыгат пели радио и лахура анарты, русей цуразы, апсны, и рыбжарца хазайху шахатры и накуршаны, рабхат пей апроект хацыркан Йордания, а я и рамшны хаду амяк гарала. Аны хат хулпазы апсы шалаялыртит афонда усзуй Жанна Лейпхам. Хлубзеква, хатырску апсны икунхо хаважлар. Яха Йордания инхо хджинджуа. Рихдзала и фидеснухалайт ехэпи аяйра амш. Вларбжарапи афонда псны нартивы рыбзурала яха алшара сымоп Йордания акалак амман аджы. Зиквила хджинджуа злаху аяйра амша нюха азгватара. Анайс ахул пазачы ихглит Кавказ ажулар кореит гыла хатарнакчам. Уртражах корджа и нацичны язгвартун, а я и рамшца гысьяму апснахунткарра аджиярей ашек гыларирча. Яроубас зджинчтгил яхугу хашча ртурых псадгил рады пхяларахны. Дараз жлым харыла язнеет жларбжараты афонда псны ахада сэнергогуа джидалла джинджу арзыгайцаз атныхала разныз авидион замта. Ишиф дрэвипш апсны Кавказ инхо, диаспори инхо, хавайлар зеги и харта зацхыр арыла А я и рехаке дай башран. Ехаке хайдгылу, хайдгыла зроб хапхаке. Убрезны арахи хасхуцар, арыцара додзоб ай башран и тахаз хау айвлар. Аха абриямш убрезы гягур хероб, ану ха додзоб ахазан, апсуа Кавказа а я и ре ишахгаз. Убрекынпи, еха асалам додзоб шуму бюрдан инху хау айвлар, шудыс нахалот а я и рамш. Аны хат хулпазы иялаху залшара рыман айбашра турыхыз хё авидион замта ква рухапшра. Яроубас айбашра ярчияс ашаква разыдзюйра. Хджинджуа дара гуахвалы рыдыргылыт апснахунткарра рабхаты хадам Владислав Ардзинба айбашра анпы и турых гылара. Апснахунткарра и шифдру ипш. Зискилиш шукса и нарха хё яхыцва. Хара маширла ма Хкалана Кавказ хакнам галазы. Хары хаму хтурых псадгил. Хартапсуа аджу иду хаштам. Адуны зиги аджу ейпш харги азид хаму хапсадгилы ахакуйтры рзы акпара. Хара хзышту анчаду и хатмейшиз уй хнапы янидзе зау. Уса какуха хара яйра хгой абризиги агуравжган. Ахул пазачы их гылыт Кавказпы айт гылара ялаху, амилат кархатарнакча, Йорданяты а парламент а депутатча, яроубас зых дзнагу и дыру ауа. Аку гыларакуй авидион замтакуй хадыртауан Кавказ ажларква рыкошаракуй рышахаракуй.